Сегодня стало известно, что 34-летний Амиран Сардаров, прославившийся благодаря своим влогам на YouTube-канале «Дневник Хача», женился на внучке покойного президента Узбекистана Ислама Каримова Мириам Теляевой, которая младше своего избранника примерно на 13 лет. Свадьба пары состоялась в Лас-Вегасе. Известно об этом стало благодаря видео, которое появилось в сети. На нем Амиран заключает в объятия свою новоиспеченную жену. По кадрам видно, что девушка находится в положении и через несколько месяцев подарит первенца Амирану Сардарову. По российским законам Амиран пока считается холостяком. Брак блогера будет признан действительным только в случае, если он предоставит в родной стране апостиль – международный документ, подтверждающий законность заключенного союза. Впрочем, Амиран пока не собирается возвращаться в Россию. Амиран познакомился с Мирьям в США, туда он переехал около года назад, а Мирьям живет в Штатах с 14 лет. Ранее пара не подтверждала своих отношений, однако не скрывала близкого общения. В инстаграме Сардарова периодически появлялись совместные фотографии и видео с Теляевой. Об избраннице Амирана Сардарова известно не только то, что она является внучкой покойного президента Узбекистана и наследницей внушительного состояния, но и то, что ее тетей по материнской линии является скандально известная Гульнара Каримова, дочь Ислама Каримова, которая сейчас отбывает наказание по делу о коррупции. Кстати, многие интернет-пользователи уже начали шутить, что Амиран женился на Мирьям исключительно ради получения американского гражданства. Что же, время покажет. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Впереди много интересного.